Португальские болельщики в праздничном настроении. Несмотря на дождь в Лейпциге, во вторник вечером их сборная обошла Чехию в Евро-2024 со счетом 2-1. Чехи неожиданно вырвались вперед на 62-й минуте. Превосходно сыграл Лукаш Провод. Тем не менее, через 7 минут счет сравнялся. Чешский защитник Робин Гранат забил гол в свои ворота. Следующий гол забил португалец Диогу Жота на 87-й минуте игры. Но после просмотра видеоповтора его отменили. Но все же португальцы вырвали победу усилиями вышедшего на замену Франсишку Консейсана. Я не могу выразить словами, насколько я счастлив. Португалия – лучшая страна в мире, а Криштиану Роналду – лучший футболист. Очень взволнована, не могу поверить, что сегодня вечером увидела Криштиану Роналду и Португалия победила. Для меня это сбывшаяся мечта. Ранее в тот же день в группе F Турция обыграла Грузию со счетом 3-1. Встреча проходила на стадионе в Дортмунде, временами под проливным дождем. Замечательно, такая безумная атмосфера. Они заслужили победу. В первом тайме мы играли немного слабо, но во втором изменили ситуацию и одержали заслуженную победу со счетом 3-1. Во втором туре в группе F Португалия сыграет против Турции, а Чехия против Грузии. Матчи пройдут 22 июня.